Следующее блюдо – телятина по-сычуански. Мясное блюдо. Добавляем замаринованную говядину. Обжариваем хорошо. Говядина у нас замаринована заранее. Порезана очень мелко, очень тонко, чтобы хорошо все обжарилось. Переворачиваем каждый кусочек, смотрим, чтобы все хорошо прожарилось. Добавляем соевый соус. Перемешиваем мясо хорошо. Добавляем перец болгарский. Добавляем лук. Добавляем шампиньоны. Thank you.
добавляем чеснок. Добавляем мелко порезанный имбирь. Добавляем красный молотый перец. Добавляем чили перец. Овощи хорошо прожарились, мясо тоже прожарилось. Добавляем еще немножко соевого соуса. Все это еще раз хорошо перемешиваем. Все вместе с соевым соусом. Включаем сковороду, выкладываем на тарелку. Поливаем соусом. Посыпаем кунжутом. Телятина по-сычуански готова.